В эфире новости Севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. В Бирской общеобразовательной школе номер 1 прошло мероприятие, посвященное юбилейной дате возвращения Крыма в Россию. На уроке мы вместе, десятиклассники, ознакомились с историей Крыма с античных времен до наших дней. Проанализировали, что привело к общенародному референдуму 16 марта 2014 года. На уроке присутствовал и башкирский парламентарий Яков Кугубаев. Он вместе с ребятами отвечал на вопросы и посмотрел фильм о красотах полуострова, который подготовили одноклассники. Северный межрайонный центр занятости населения заключил договор с опытно-производственным хозяйством «Бирские семена». Согласно ему, ОПХ представила рабочие места 7 безработным. Они занимаются очисткой территории предприятия от снега и мусора. Также на базе центра занятости пройдут видеособеседования работодателей из Санкт-Петербурга. Состоятся они 27 марта, 10 и 24 апреля, а также 15 и 29 мая. В Центральной районной библиотеке села Мишкино прошел форум молодежи. Главной дискуссионной площадкой форума стал диалог на равных с главой района Рустамом Мусиным. Молодежь задавала волнующие вопросы и предлагала идеи по решению проблем. А инспектор Центра занятости населения по Мишкинскому району рассказала о том, как выбрать профессию. Также на форуме работали тематические площадки, где ребята создавали свои проекты и защищали их. Одна из команд предложила проект по благоустройству парка отдыха и развлечения в райцентре. Другая подняла тему экологии и здоровья в районе. Третьи предложили построить кинотеатр, где были бы игральные автоматы и кафе. В завершении форума активным волонтерам и добровольцам вручили почетные грамоты и волонтерские книжки. Традиционные районные соревнования по лыжным гонкам прошли в Бураево. Гонку сильнейших лыжников посвятили памяти тренера Рената Едгарова. Он много сделал для развития лыжного спорта в районе. В соревнованиях приняли участники лыжники из Нефтекамска, Янаула, Бирска, Мишкина, Колтасов, Татышлов, Бураева и Болтачева. По результатам соревнований среди школьников победителями стали Ильдар Шайнуров, Ванышева, Родион Раянов, гимназия номер 2, Евгений Хусаинов, Шукшанова. Среди взрослых победу одержали Алиса Тимираева, школа номер 1, и Фидания Закирова, центральная районная больница. Ради Хабиров высказался о качестве воды в Бураевском районе. Вспомнил о своей поездке в Рио главы Башкирии во время еженедельного совещания в правительстве, где обсуждали строительство жилья. Ради Хабиров отметил, что вопросу строительства нужно подходить с точки зрения качества, а не скорости. «Я до сих пор под впечатлением от Бураевского района. Когда мы строим красиво, а воду из крана пить невозможно. Я бы хотел войти в историю как человек, который много строил. Но лучше пусть у людей будут вода и газ», — отметил в Рио главы республики. Вопросы пожарной безопасности, незаконной реализации спиртосодержащей продукции и благоустройства райцентра обсудили во Дворце культуры Караидель. Там прошел сход граждан. Глава администрации Караидельского района Ильдар Гарифуллин поделился планами по улучшению райцентра. В этом году продолжится благоустройство парков и скверов, дворов, многоквартирных домов. Предстоит большая работа по ремонту подъездов. Также руководитель района рассказал, что в ближайшее время в селе появится еще один светофор. Его установят на въезде в районе АЗС «Башнефть». В администрации села Караидель фермеры обсудили вопросы развития сел и участия в республиканских грантовых программах. Открыл совещание глава администрации Ильдар Гарифуллин. Он подчеркнул, что сельское хозяйство остается основным направлением деятельности и источником дохода для сельчан. За последние 6 лет 25 фермерских хозяйств и 3 сельхозкооператива стали обладателями грантов на сумму более 74 миллионов рублей. Денежные средства они получили по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма» и «Доходогенерирующий проект». Также на семинаре обсудили инициативы по объединению сельскохозяйственные потребительские кооперативы, правила завоза и вывоза КРС и программу поддержки начинающих фермеров «Агростартап». На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды.